Когда тебя пригласили на какое-то событие, типа дня рождения, вечеринки, выпускного или свадьбы, часто не знаешь, что надеть. Тебе больше не нужно беспокоиться. Сейчас я объясню тебе правила элегантного дресс-кода. Так что в следующий раз, когда ты пойдешь на такое мероприятие, ты будешь самым стильным на вечеринке. С тобой Александр Самсонов. Ставь лайк, жми кнопку подписаться, и мы начинаем. Номер один. Брюки. Конечно, ты можешь надеть джинсы, но я рекомендую тебе однотонные темно-синие или черные джинсы, без декора или любой другой стилизации, потому что все лишние детали очень дешевят образ, и ты перестаешь выглядеть элегантно. А еще лучше обрати внимание на чиносы или хлопковые брюки. Они подойдут в любое время года. А когда на улице жара, ты можешь выбрать для себя льняные брюки. В холодную погоду отдавай предпочтение брюкам с добавлением шерсти в составе. Номер два. Обувь. Я всегда повторяю тебе, никаких кроссовок. Максимум, что ты можешь позволить себе, это кожаные кеды. Я понимаю, бывает сложно подобрать классную обувь к своему образу, и хочется просто надеть что-то удобное. Но обувь – это очень важный элемент, на который невозможно не обратить внимание. Скажу больше, если на тебе элегантный образ, а обувь к нему не подходит, то ты зря наряжался. Образ будет безнадежно испорчен. Так что послушай, какая обувь выглядит наиболее элегантно. Самые утонченные варианты – это лоферы и мокасины. Они могут быть на небольшом каблуке или без него. Я рекомендую выбирать коричневые цвета. Этот цвет выглядит оригинальнее и свежее, чем черный. Конечно же, цвет обуви должен сочетаться со всем остальным образом. Если у тебя низкий рост, выбирай цвет обуви в цвет штанов. Так ты будешь выглядеть выше. Если рост нормальный или высокий, делай так, чтобы обувь и штаны отличались по цвету, чтобы они были контрастными. Если твой образ позволяет, можешь попробовать более смелые цвета – белый, красный, желтый или зеленый. Но я не советую тебе так рисковать. Вписывать такие яркие цвета в образ очень сложно. И даже я стараюсь избегать таких смелых решений. Поэтому рекомендую тебе остановиться на трех цветах классической обуви – коричневый, черный и темно-синий. Номер три. Закатанные рукава у рубашки. Если ты хочешь выглядеть элегантно на вечеринке или дне рождения, всегда надевай рубашку. Да, лучше забыть о пол или футболках. Если погода теплая и ты думаешь, что тебе станет жарко в рубашке с длинным рукавом, я советую тебе воспользоваться этим трюком. Просто аккуратно закатай рукава рубашки до середины предплечья. Видишь ли, дело не только в жаре. Дело в том, что если длинные рукава рубашки не закатаны, и на тебе сверху нет пиджака или кардигана, то образ смотрится немного странно и незавершенно. А когда ты закатываешь рукава, ты даешь понять, что твоему образу не нужно дополнение. Ты и так элегантный и суперстильный. Если ты хочешь стильно одеться без долгих поездок по магазинам, тебе нужен подбор индивидуального образа в магазине «Я эгоист». Вместо продавца-консультанта тебя оденет профессиональный стилист, который подберет тебе несколько готовых образов на выбор под твои пожелания и бюджет. В одном месте всего за 30 минут. Тебе не нужно ездить по торговым центрам и искать все вещи по отдельности. Просто примерь образы от стилиста, убедись в качестве одежды и можешь сразу приобрести один или несколько образов, которые тебе понравились. Это в 10 раз быстрее, чем ездить по разным магазинам в поисках одежды. И в 5 раз выгоднее, потому что стилист подберет тебе взаимозаменяемый гардероб. Ты сэкономишь деньги, потому что купишь меньше одежды, из которой получишь больше образов за счет того, что все вещи комбинируются друг с другом. У нас в наличии более 600 готовых комплектов одежды. От среднего ценового сегмента до премиальных брендов из Италии и Германии, которых нет в других магазинах города. Стилист подберет одежду по размеру и цвету, которая скроет недостатки фигуры и подчеркнет достоинство. Благодаря этому ты будешь выглядеть безупречно на работе и в повседневной жизни, на мероприятии и на свидании, потратив всего лишь 30 минут. Без утомительных поездок по магазинам и самостоятельного поиска одежды. Даже если ты не разбираешься, как правильно сочетать вещи. Если ты в Москве, приезжай в магазин «Я эгоист» в центре города. Если нет, стилист подберет тебе готовый образ онлайн и отправит посылку с вещами в любую точку мира. Прямо сейчас нажми на ссылку под этим видео и пройди бесплатный тест, чтобы узнать стоимость образа от стилиста с учетом твоих пожеланий и получить скидку 30% на первую покупку, пока действует акция. Номер 4. Верхняя одежда. Самый идеальный вариант – это легкий, нестрогий пиджак. Но также можно выбрать какие-то структурированные пиджаки. Они всегда отлично смотрятся, если событие более официальное. Если же ты знаешь, что будет прохладно, советую выбрать легкий кардиган.
Для холодных времен года подойдут толстые или шерстяные кардиганы. Отличным выбором будут и свитера, например, с круглым или V-образным вырезом. Конечно, нельзя забывать и про классические куртки. Например, куртки из хлопка, ветровки или кожаные куртки. Главное, избегай разных спортивных курток, толстовок и других странных штук, которые множат твою элегантность на ноль. Номер 5. Темные очки. Если ты собираешься быть на улице, темные очки отлично дополнят твой элегантный образ. Но не забывай снимать их, когда заходишь в помещение. Это элементарное правило этикета. Солнцезащитные очки не должны закрывать половину твоего лица или быть, наоборот, слишком маленьким. А главное, никогда не выбирай спортивные очки, которые закрывают твои глаза сбоку. Это выглядит просто смешно. Мы не в 2005-м, когда такое было модно. Обрати внимание на классические модели, такие как Wi-Fi, авиаторы и клабмастеры. Это вечные модели очков. Они подходят буквально к 90% вещей. Выглядят супер стильно и элегантно, а главное, идут почти всем парням. Если же ты обладаешь хорошим вкусом, выбирай очки более оригинальной формы, чтобы подчеркнуть свой вкус. Но помни, главное не переборщить с оригинальностью, чтобы не выглядеть смешно. Номер 6. Аксессуары. Конечно, тебе необходимы часы. Это главный атрибут любого элегантного образа и вообще любого стильного мужчины. Как же правильно выбрать часы, ты можешь узнать в моем видео, которое найдешь в подсказке в правом верхнем углу экрана. Если ты любишь носить браслеты, то я советую тебе выбирать что-то не сильно красочное. Я рекомендую кожаные или металлические варианты. Конечно же, и кольца ты тоже можешь носить. Главный критерий, чтобы это не было что-то странное в виде объемных фигур или что-то слишком вычурное. Кстати, а какие аксессуары ты обычно носишь? Напиши в комментариях, давай обсудим, мне очень интересно узнать. Запомни простое правило. Элегантность – это прежде всего аккуратность твоего образа, когда в нем нет ничего лишнего и кричащего. Это умение создать свой индивидуальный стиль из простых базовых вещей, которые отлично на тебе сидят и сочетаются друг с другом. Если ты пока не уверен, что хорошо разбираешься в тонкостях мужского стиля, посмотри мой плейлист на эту тему. Там я собрал много видео, после просмотра которых ты прокачаешь свой стиль с 6 сразу до 12 и начнешь выглядеть безупречно. Просто нажми на ссылку в правом верхнем углу этого видео и начинай просмотр. Следуй этим 6 рекомендациям, и ты всегда будешь выглядеть на 10 из 10 в любой ситуации. Итак, вот зачем нужно следить, чтобы выглядеть элегантно. Первое. Подбирай правильные брюки. Второе. Выбирай утонченную обувь. Третье. Закатывай рукава рубашки, если на тебе нет пиджака. Четвертое. Следи за верхней одеждой. Пятое. Носи подходящие солнцезащитные очки. И шестое. Надевай классические украшения. Поставь лайк, ведь только что ты узнал, как выглядеть элегантно. Напиши в комментариях, какие советы ты точно будешь использовать и какие тебе оказались полезны. Давай это обсудим. Поделись этим видео с друзьями, чтобы они тоже знали, как в любой ситуации выглядеть элегантно. Ты смотришь мои видео, значит, ты красавчик, и я верю в тебя. Значит, совсем скоро ты начнешь выглядеть стильно. Ну или ты уже стильный красавчик, если применяешь мои советы, а это делает тебя еще более классным. Я уверен, твоя уверенность скоро взлетит до небес. Прямо сейчас нажми кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропускать мои видео о том, как стильно одеться и стать мужчиной, которого хотят женщины. Но если ты хочешь стильно выглядеть уже сегодня, нажми на ссылку под этим видео и пройди бесплатный тест, чтобы узнать стоимость образа от стилиста под твои пожелания и получить скидку 30% на первую покупку, пока действует акция. У меня на сегодня все. Обязательно нажми на видео, которое видишь сейчас на экране, чтобы больше узнать о том, как стильно одеться и стать мужчиной, которого хотят женщины. С тобой был Александр Самсонов. Всем стиль и до встречи в новых видео.